еще раскроются, распустятся все. Быть неравнодушным – лозунг сегодняшнего дня. Предприниматели муниципалитета решили поддержать работников хирургического отделения Одинцовской областной больницы, которая сейчас перепрофилирована под прием больных COVID-19. Наши ресурсы не позволяют такие заказы отдавать. Это первый заказ, ну, сложный очень, в силу того, что это очень ответственно, так как хочется все преподнести в хорошем виде, чтобы врачи были довольны, чтобы все было вкусно. И поэтому немножко волнительно. 200 наборов горячего питания. И это еще не все. Медиков обеспечили защитными комбинезонами, а представительницы прекрасного пола получили букеты свежих тюльпанов. Несколько неравнодушных предпринимателей собрались вместе для того, чтобы поддержать наших медиков, тех, кто каждый день борется за жизни заболевших. Такую заботу и внимание медработники принимают с благодарностью. Мы сделали на весь коллектив, от главврача, медицинских врачей, медсестер, санитарок, весь персонал полностью охватили. Акции в поддержку врачей проводятся регулярно. В борьбе за жизнью людей положительные эмоции им крайне необходимы. Поддержка очень нужна сейчас всему медперсоналу. Они очень благодарны за такие сюрпризы, потому что сейчас, конечно, сложная обстановка, и поддержка важна и нужна. Предприниматели останавливаться не планируют и продолжат поддерживать медработников. Мария Шматкова, Екатерина Тулупова, Артем Ломоносов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».